Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня у нас на обзоре новый трипотомайзер от компании Geekvape Tengu RDA. В наших руках образец не для продажи, поэтому внешний вид упаковки финального образца будет отличаться. Открываем коробку и сразу видим саму дрипку и низкий запасной дриптип из Делерина. Устройство от Geekvape известно своей богатой комплектацией, и данный атомайзер не стал исключением. Под поролоновой прокладкой лежат два зиплока, в которых можно найти все необходимое для обслуживания устройства, а именно две полоски хлопка, две спирали Fused Clapton Coil, Т-образная отвертка, шестигранный ключ, низкий 810-й дриптип, переходник под 510-й дриптип, набор запасных о-рингов, комплект винтов и сквонковый пин. Дизайн дрипки достаточно строгий и минималистичный, из элементов декора присутствует лишь гравировка с лицом мифического существа Тенгу из японских поверий. Наверху располагается прозрачный 810-й дриптип из акриловой смолы, удерживается он на одном оринге, расположенном в куполе дрипки. При желании его можно сменить на низкий делериновый дриптип из комплекта с более широким отверстием. Отверстия для обдува спиралей расположены симметрично с обеих сторон юбки. Используется так называемая система пчелиных сот. Такое решение не только позволит эффективно обдувать даже самые серьезные намотки, но и делает затяжку относительно тихой. За регулировку обдува отвечает вставка внутри юбки. Она удерживается на двух орингах и имеет специальные замки, которые при совмещении с базой позволяют направить обдув прямиком на спирали. Открытие и закрытие обдува происходит путем прокручивания юбки. Стойки выглядят довольно необычно, однако установка спиралей крайне проста. Ножки прижимаются шлицевыми винтами с глубоким вырезом. Два винта прижимают ножки сверху и два по бокам, под небольшим углом. Благодаря такому конструктиву спирали практически не деформируются при установке. Для достижения лучшей вкусопередачи рекомендуем устанавливать спирали так, чтобы их нижняя грань находилась на уровне между двумя рядами обдува, а хлопок укладывать таким образом, чтобы его не было непосредственно под самой спиралью. За время использования Тенгу у нас остались лишь положительные впечатления. Атомайзер практически не греется, обдув работает тихо, а широкие возможности по его настройке позволяют изменить баланс между количеством вкуса и пара. Большой плюс мы также отдаем данному атомайзеру за богатую комплектацию, приятный внешний вид и удобные стойки с пирамидкой для равномерного распределения жидкости. Порекомендовать данное устройство можно как продвинутым пользователям, так и тем, кто еще не имел опыта в использовании обслуживаемых атомайзеров. Установка спирали в Тенгу настолько проста, что это не вызовет проблем даже у тех, кто делает это впервые. Спасибо за просмотр, с вами был Сигарет Нетбай и до встречи на нашем канале.